вами магазин «Инструмент Центр». Сегодня у нас идет в обзоре набор пневмоинструмента, или еще можно сказать, гайковер с набором ударных головок от компании Top Tool JDAI2001E. Это профессиональный набор, подойдет как и для СТО, для предприятий, также можно использовать в гараже дома, если у кого есть компрессор. Поставляется он в пластиковом кейсе, данный набор. Сверху идет упаковочная коробка, вот она. Указывается преимущество инструмента, с обратной стороны комплектация инструмента и где изготавливается. Набор изготавливается на острове Тайвань. Это профессиональный инструмент с долгим сроком службы и с гарантийным обслуживанием. В комплекте гайковерт, код его КААА1650Б, это 1,2 дюйма присоединительный квадрат, 678 ньютон-метров мощность. Он на сайте у нас представлен, поэтому более детально по характеристикам вы можете посмотреть там. Так, гарантийный талон и также книжка по эксплуатации гайковерта в комплекте. Набор ударных головок коротких, общее количество их 12 штук, размеры 10, 11, 12, 13 головка, 14, 16, 17. 19, 21, 22, 24 и 27, самая большая. Это короткие шестигранные. Головки выполнены из хромолебденовой стали. Надпись Top Tool, код товара, то есть КАБА1627, это код данной головки. И указано CRMO, это хромолебденовая сталь. Три короткие головки. Вернее, не короткие, а три длинные головки в комплекте идут. 12 коротких и 3 длинные. Размеры 17, 19 и 21. Масленка. Здесь она пустая, без масла. Ударный удлинитель 125 мм. Быстросъемное соединение уже идет в комплекте, то есть вкручиваете уже гайковерт. И мини-масленка также идет в комплекте. Прикручивается при входе в гайковерт. Регулировка подачи масла данной масленки осуществляется винтом. Так, кейс состоит из двух частей, соединяет широкая зависа пластиковая, замки запирания также пластиковые, есть пустой отсек, тут можно для всякой мелочи его использовать. И сам кейс сейчас покажу. Вес набора 6,7 кг, ширина кейса 48, длина 23, высота 10 см. Логотип Top Tool и металлическая пляжка, также надпись Top Tool, с 1981 года изготавливается инструмент. Напоминаем за подписку на канал, за оставленный комментарий или отзыв. Мы делаем дополнительную скидку в магазине при заказе. Спасибо за просмотр видеообзора. До свидания.